Тут будет все примерно уже. Здесь уже вот получается. И опять же я буду брать по тому, какая у меня молния. Молния у меня небольшая. Наверное, вот эту вот симпатичную молнию я оставлю. Мне она очень нравится. Она от какой-то старой сумки. Не помню уже от какой. Какой-то старой. Вот она сюда как раз подойдет. Здесь мне хочется тоже вот так вот отрезать и сюда наложить какие-нибудь кусочки. Не знаю, я кусочница. Хочется мне кусочков, всяких кусочков наложить. Не знаю каких. Это крупноватые, наверное, кусочки будут. Так, вот что у нас получилось. Я уже вот этот вот пришила карманчик. Он будет как карманчик у нас наверху. Поэтому мы его вот тут вот сейчас пристрочим. Тоже вот такой вот строчечкой. Все будем пристрачивать зигзагом. Именно рыжим зигзагом. Мне так как бы больше нравится. Так что вот это вот сейчас пристрочу. Дальше у нас пойдет вот так вот. И вот эта сторона следующая. Здесь у нас уже будет потайной, на замочке, чтобы карманчик был функциональный. И вот этот будет функциональный. Сейчас просто мы его вот так вот отгибаем. И вот здесь вот все пристрачиваем. Дальше мы пристрачиваем таким же образом здесь. И в дальнейшем будем уже пристрачивать вот это вот, чтобы донышко кармана у нас будет он вот такой примерно. Я думаю, что сюда вместится спокойно и телефон, и кошелек, и все что угодно. И я думаю, каждый любит, когда у него в сумке есть много карманов. Это самая важная вещь. Я думаю, что карманы это самое важное. Далее мы делаем эту сторону. Такая вот страшилка у меня получилась. И теперь нам надо все это просто выровнять. Ровненько, чтобы у нас все было ровненько. По уголкам и по всему, чтобы все это у нас было ровненько. Естественно, тут еще на швы уйдет. Вот тут вот, тут на донышко еще уйдет. Поэтому вот такая у нас передняя часть получилась. Теперь примерно такую же, или какую мы хотим, составляем заднюю часть. Как я поговорилась, у меня тут, я прям в восторге вот от этого кармана. Я в восторге. Такой вместительный большой кармашек. Еще вручную мы тут, конечно же, украсимся. Еще вручную. У меня есть
всякие. Уже не знаю, куда их дело. Штучки, дрючки. Это все вручную я буду пришивать. Я люблю такие штучки. Да, куда пришью? Ну, куда не пришью. Да, еще будет подкладочка. Не надо говорить, что у меня на столе бардак, когда я работаю. Да, бардак. Потому что мне так удобно. У меня тут все лежит, я знаю, где чего. И вообще я сделала вот такой маленький кармашек еще на заднюю часть сумочки. Вот такой вот маленький кармашек. Не знаю зачем, но он такой крохотный, буквально на 3 пальчика. Но я думаю, что что-то можно будет сюда положить. Хочу его вот здесь вот как-то разместить. Можно ровненько, можно неровненько, но как-нибудь. Это я уже как говорила, или я уже еще вам даже не говорила, что я туда собираюсь мудрить. Но вот эта сторона у меня не будет такой сильно разрисованной, как та. Но здесь зигзагом я пришью вот такой карманчик. Здесь пришью вот так. Вот это здесь тоже зигзагом. Здесь тоже самое зигзагом я буду пришивать. Либо карманчик наверх, либо на низ. Посмотрим. И кусочек вот сюда. Тоже, опять же, не знаю, как, каким путем. Надо это все скомпоновать. Что зачем пришивать? Просто надо сделать, а потом уже думать, куда и чего. Здесь такой кусочек маленький. Мне прям жалко вот эту штучку сюда. Из нее можно потом еще какой-нибудь карманчик куда-нибудь прицепить. Поэтому я, наверное, вырежу сюда обыкновенную вот эту вот штучку. Подкладки. Вот я тоже сшила такой вот кармашек. Не маленький. Еще с размером не определилась его. Но пришила его так тщательно-тщательно прям, чтобы не отвалился. И вот сюда я его буду пришивать. А какой он будет размером, я еще пока не решу. Так, друзья, подготовила я мои половинки. Вот это передние с кармашком. Уже укрепленные, тверденькая такая, хорошенькая. Это задняя половинка с таким кармашком и с маленьким. Может мелочь какую положить, но он тут такой глубокий кармашек. Правда, туговато открывается, закрывается. Подготовила наши подкладные материалы, сумку. Здесь я сделала 2 кармашка, вот такие небольшие. И здесь сделала 1 вместительный большой паспорт, и все документы влезут сюда даже. Так, вот. Что будем делать дальше? Я долго думала, как мне быть, что мне делать. Возможно, можно сейчас, в данный момент, скорее всего, мне придется пришить, наверное, молнию, я так думаю. Выкрою 2 таких отрезочка и с 2 сторон пришью молнию к ним. Я думаю, так будет получше выглядеть.
Итак, на этом этапе у меня получается вот так вот все. Так я пришила с этой стороны и вот с этой стороны. Вот так вот я пришила нашу молнию. Дальше будем просто сшивать вместе сумку. Сшиваем ее вот так и вот так. И оставляем для выворота вот здесь вот местечко, чтобы нам вывернуть ее. Я вырезала квадратик, буду делать донышко сумки. Квадратик у меня 4 на 4 сантиметра. Буду делать донышко. Я хотела 5 на 5 сделать, но что-то это очень много мне показалось, поэтому буду делать 4 на 4. Теперь просто прошиваем вот здесь вот наше донышко. Только не знаю, прошьет ли у меня машинка вот это вот. Попробую. Самое время подумать о ручке. Ручку я подумала и думаю, что возможно придется ручку делать вот одну и вот такую вот через плечо. Одну, скорее всего, и через плечо. И еще я много чего не украсила здесь. Еще я доукрашаю ее. Тут вот где-то что-то попришиваю еще. И тогда уже покажу вам. Она получилась такая пухленькая, но стоит спокойно. Вот даже вот прям она вот такая вот, ну, пухляшка. Сумка-пухляшка получилась. Здесь два карманчика. Здесь еще мне нужно зашить дырочку, которую я оставляла выворачивать. Здесь вот тоже карманчик на молнии. Ну, такая пухляшка. Сумка-пухляшка получилась. И вот надо теперь сделать ей ручки. Обязательно. Думаю, что ручку у меня будут ручки вот идти вот отсюда. И как-то я вот здесь вот даже их прихвачу застежкой, что ли, вот так, наверное, чтобы застежка была как-то суразно, а то как-то либо вот здесь строчку проложить, что-то мне прям не нравится немножко, как идет застежка у меня. Наверное, я сейчас возьму и проложу тут строчку, что вот это все. Вот так вот здесь тоже прихвачу. И вот тут вот уже будет идти у меня ручка. Знаете, вот когда ты не учился, когда ты не знаешь, как что делать, и приходит тебе на ум такая сумка, хочется тебе, да, такую сумку сделать.
что ты берешь и делаешь как-то интуитивно. И не думаешь о том, чтобы куда-то еще там ручку, где-то какие-то размеры, что-то устанавливать там. Нет, все без размеров, все как бы так, как хочется именно тебе. Потому что ты хочешь сделать, но ты не учился на это, ты не знаешь, как это лучше сделать. Но немножко, чуть-чуть понимаешь, что ли, что ты хочешь. И делаешь так, как всегда получается. В общем, вот такая вот сумочка у меня получилась. Это такая, ну, как сказать, ну, просто сумочка. Ничего больше про нее не могу сказать. Тут тоже кармашек для каких-нибудь мелочей. И тут также кармашки. В общем, смотрим дальше. Я вам уже покажу, наверное, результат. Не буду вас долго мучить, что к чему. Здесь, может быть, проложу строчку. Сейчас еще подумаю, как лучше сделать. Но дизайн сумочки мне как бы нравится. Такое все необычное. И в то же время привычное. Вот такой вот результат у меня получился. Я, девчонки, вас не учу, как шить. Я показываю, что я делаю сама. И, возможно, кто-то или кому-то это понравится, и кто-то возьмет на заметку такое шитье. Я гарантирую, что даже если вы не умеете шить, вы все равно сошьете вот такую даже сумочку. Здесь вот я пришила такой хлястик такой. Здесь тоже пришила, чтобы повесить сюда либо ключики, либо вот эту всякую безделушки всякие. Я люблю это. Здесь у меня от пояса просто штучка. Сюда можно очки вот так вот, одушки повесить. Карманчики, вот тут вот, как вы уже помните, карман, и, естественно, внутри у нас тоже карман и два простых кармана. Так что вот так шейте тоже с удовольствием и носите свои сумочки, либо дарите их кому-нибудь. Всем пока, ставьте лайки. Пока-пока.